Они нас не видели. Не слишком туго? Нет. Извини, я не хотела. Ничего. Знаешь, как я здесь оказалась? Нет. В прошлую пятницу я пришла домой после самой ужасной недели в колледже. Но это ладно. В общем, я пришла домой, и у меня на автоответчике было сообщение от моего парня. Он сказал, что чувствует, что мы с ним не вовремя встретились, и что ему надо обдумать, как жить дальше. Сказал, что дело не во мне, а в нем. Он говорил еще что-то. Я позвонила Карли, и через 20 минут они со Скоттом, Эваном и Франсин бросили все и увезли меня сюда. Через 20 минут. Вот какими они были друзьями. А теперь их нет. Ты не виновата. Не виновата. Ни в чем.